пробуждает чиновники, которые сначала английские, потом российские, требуют паспорт. И, конечно, недостаточно того, чтобы паспорт показал еще и вываливаем для постели, чтобы посмотреть, что под тобой. Не везет ли еще кого-нибудь. Поэтому это демонстрация основы, конечно, тоже мечта. Поэтому я в этот промежуток так рассуждал, чтобы я мог бы сказать по такому случаю. И случай действительно для меня лично он очень важен и очень-очень дорогой. Я 15 лет отработал в посольстве Литвы в России, потому что меня говорят, все равно. Значит, и я как-то 15 лет прожил в Москве, казалось, что какая-нибудь день проскочила это время, и теперь вернулся в свой здоровый бизнес, и я оглядываюсь назад, что удалось совершить. Я просто, наверное, держу тоже в руках вот это, как вы сказали, что даму сердце глубже прижимаю. И хочу порадоваться, что такой чудесный день, красивый и молодой. Поэтому я посмотрел, что вам творится. И в этот прекрасный день, когда такой замечательный